Развлекательные мероприятия начнутся с самого утра. На Театральной площади в 10 часов стартует танцевальный марафон «Все будет круто», который плавно перетечет в гала-концерт участников Всероссийского фестиваля «Адрес детства Россия». А на улице Горького с утра и до самых сумерек будет проходить праздник кубанского изобилия «Гостеприимная и щедра кубанская душа» с выставкой изделий народных ремесел и ароматными угощениями для гурманов под кубанские напевы. В этот же день в Анапе откроется еще один бювет с целебными водами местного происхождения. Для детей их родителей в течение всего дня в Ореховой роще будут организованы игровые представления. Также все желающие смогут принять участие в бесплатных квест-экскурсиях по историческим местам Анапы. А в музее Гаргипия в 18 часов начнется театрализованное представление на раскопках «Античная мифология. Тайны тысячелетий». Ожидается приезд греческой делегации из города-побратима Ларисы. В половине 9 вечера курортный сезон в Анапе будет торжественно открыт. Шоу-программа «В ритмах южного лета» подхватит падающий с неба искры праздничного фейерверка. И до полуночи город-курорт будет купаться в волнах зажигательного танцевального карнавала.